Всем здорово, ladies and gentlemen, boys and girls. Ладно, все, молчу, заткнулся, блин. Дичь несу, согласен. Но ты все равно в комментариях напишешь что-нибудь. Это будет, давайте так, просто мне приятно. Просто мне приятно увидеть, что кто-то живой и кто-то меня смотрит. Это сердечко мое чуть-чуть согреет, ребят. Ссылочка в описании на Donation Alerts, с помощью которого вы можете заказать любую реакцию на все, чего по кайфу. Эта реакция выйдет здесь в течение там суток-двое максимум. Вот, это единственная ссылочка, которая вам нужна. Ну и, естественно, если вам интересно смотреть от меня реакции, услышать мое ненужное, никчемное мнение, то подписывайся на данный канал, собственно говоря, где и с редкой периодичностью будут выходить мои реакции. Вот, давайте посмотрим. Это у нас сейчас пошли, короче, тренды. Мне интересно, что у нас сейчас в трендах в YouTube, потому что я просрал очень много. Вот, 2 дня назад. 4-е место среди трендов музыкальных. Давайте слушать, смотреть. О, что-то тут серьезное. О, девчатки. Ага. Нормальная фишечка, разбитое стекло. Вместо мокрого пола. Хорошо смотрится. Хорош. Соскучился по бедрышкам в клипах. Не по куриным. Прикольно. Мандаринку хотите? Прикольно, девчатки зажгли. Звучат хорошо, выглядят еще лучше. Всегда приветствую девочек перед собой. И не только на экране. Think about. Itzy. Untouchable. With my reggae untouchable. Бомбочка. Я считаю, это 8 сутулых из 10.
мне понравилось. Классный клипец. Как всегда, много танцев. Эффекты. Эффекты мы приветствуем в клипах. Все клево, все бомбово. Мне понравились девчата. Либо у меня такой вайб, какое-то настроение приподнятое. Либо реально просто круто сделали. Ну и плюс, ну, глаз радуется, ну, понимаете, о чем я. Ну, типа, как можно, ну, ладно, ладно, молчу. Вот, как-то так. Классно. Иди. Напишите мне в direct, you know. Сделаем с вами совместночку. Совместночку. Что я такое несу, боже. Если ты еще не подписан, подпишись на этот канал, ну, по-братски, ну, ну чисто так. Ну, чисто вот, ну, сделай мне одолжение, авансом подпишись. Ну, типа, будет что-нибудь на этом канале когда-нибудь. Перестану я когда-нибудь лениться. Ну, такое должно даже по теории вероятности произойти. В какой-то вселенной должно это случиться. А ты будешь уже подписан. И всем будешь говорить, а я был подписан на этот канал. Вот. Ссылочка в описании, ссылочка в закрепленном комментарии. Единственная ссылочка, с помощью которой вы сможете заказать любую реакцию у меня. Ну, у меня реально можно заказать любую реакцию, прикиньте. Да я сам в шоке, я сам не верю. Я сам, типа, не хотел такую фишку делать. Ну, типа, кто еще до этого дошел, кроме меня? По факту. Вот. До завтра. Завтра мы тоже что-нибудь послушаем, посмотрим. Честно. Да.